городе 2 октября. Вышел на клумбочку на космее. Буквально сейчас видел двух пчелок. Сейчас посмотрим, где же они. Мои. Это, а, вот они. Вон они, вон они, вон они на космее. О, мои. Увидел в глаза. А что хоть берет-то? Блин. Вот еще один медонос. Кстати, я замечал об этом медоносе. На Урале. Ну, вторая прилетела. Блин, удивительно. Третье, а что удивительного? Ну, 2 октября. Смотрите. Такая, кажется, совсем неприметная ромашка. Она очень хорошо размножается. Вон они летают. И осы здесь. Опля, и шмелек. И шмель прилетел. Толстяк. А вон она. Все здесь на космее. Вон они. Так, ну недолго сидит. Тыкается. Цветок. Да. А рядом, ребята, многоэтажечки. Вот они. Вот вон стоянка, машины стоят. Пчелки обрабатывают космею. Вот это, кажется, календула, если не ошибаюсь. Кстати, вполне возможно, что есть. Вот там эспирейка есть. Вот наблюдать-то где. Теперь точно можно сказать, что пчелы, наверное, ну, декоративных сейчас берут. А вон она. Ищет, ищет. Последние цветочки доцветают. И пойдем зимовать на 6 месяцев. Ну вот, наверное, такое небольшое видео с города.